Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Полоскун. И сегодня я решил рассказать о том, как себя показывает Титан Хеймдалл в игре War Robots, и если на него поставить 4 новые пушки Пантагрю. Но перед началом данного видео я хотел бы провести небольшой розыгрыш 5 крутых пушек для Титанов Scavenger Dazzler. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить 3 простых условия. Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, вам нужно поставить лайк этому видео. Ну и в-третьих, вам нужно написать любой комментарий, указав ваш ID и платформу. Определяться победители будут с помощью рандомайзера. И сразу, друзья, скажу, что если вдруг рандомайзер выберет комментарий без указания ID или платформы, то приз будет переразыгран. Ну а более подробные условия розыгрыша вы сможете найти в описании. Итоги розыгрыша будут подведены 18 июня в субботу в моей группе ВКонтакте, а также на моем Discord-сервере. Поэтому, друзья, обязательно вступайте в группу ВКонтакте, а также присоединяйтесь к Discord-серверу, чтобы не пропустить итоги розыгрыша. Ну, в общем, ладно, немного с вами отвлеклись, давайте теперь переходить к теме данного видео. И вообще, новое вооружение для титанов Пантагрюэл и Гаргантуа я полюбил сразу. Думаю, вы помните, как я пару недель назад делал видео про сборку шаранги на 3 пушках Гаргантуа. Так вот, играя на шаранге, я в каждом втором бою делал Living Legend, и в целом комбинация показывала себя очень хорошо, и в первую очередь это благодаря новым пушкам, ибо сама по себе шаранга не является какой-либо имбой. Поэтому я решил попробовать поиграть на данном вооружении на всех возможных титанах и начать я решил с Хеймдалла, так как он появился в War Robots относительно недавно. И в принципе сборка в целом похожа на сборку, которая стояла на шаранге. Все так же в модулях стоят 4 Unslaught реактора, а в слотах под пушки 4 Пантагрюэл, огневая мощь которых примерно равна огневой мощи 3 Гаргантуа. И отыграв первый бой, я также был приятно удивлен, так как получилось без проблем сделать не одну серию убийств, и учитывая то, что Хеймдалл в первую очередь является титаном поддержки, то это очень неплохой результат. Конечно, идти танковать не самый лучший вариант, лучше все же держаться где-то недалеко от союзников и помогать им разбирать противников. Также у Хеймдалла, как вы, друзья, знаете, есть 2 режима работы. В первом он становится титаном поддержки и лечит союзников. Во втором же режиме работы он становится боевым титаном, активирует физические щиты, а также встроенную пушку, которая накладывает на противников эффект Suppression. И я знаю, что многие, играя на данном титане, в первую очередь используют режим поддержки, чтобы лечить себя. Играя с пушками Пантагрюэл, нужда в этом отпадает, так как данные пушки лечат 20% от нанесенного урона. И несмотря на повреждения, почти всегда у вашего титана будет максимальный запас прочности. Ну, кроме серой прочности, разумеется. Но все же лично я использую Хеймдалла не только как атакующего титана, а в первую очередь думаю о товарищах из моей команды. Поэтому, активировав режим поддержки, я стараюсь держаться рядом с ними и восстанавливаю им прочность. Ну и если говорить в целом, то сборка Хеймдалла на 4 пушках Пантагрюэл сейчас очень сильна. Конечно, лантерны будут посильнее благодаря эффекту ослепления, но в целом пушки очень достойные, и если вы смогли заполучить их 4 штуки, то смело ставьте на вашего Хеймдалла. Сборка очень классная. Ну и в принципе, друзья, это все, про что я хотел сегодня вам рассказать. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а с вами, как всегда, был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока.